За последние годы в рамках межведомственной подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в Ульяновской области было построено более 90 тысяч квадратных метров жилья, улучшены жилищные условия практически 900 семей. Новая госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» продолжит развитие жилищного строительства в сельской местности. Уже с этого года заработает льготная сельская ипотека по весьма низкой ставке – до 3% годовых. Это отметил на заседании рабочей группы по вопросам реализации послания президента Федеральному собранию министр агропромышленного комплекса региона Михаил Семенкин. Но если, соответственно, семья имеет трех детей, мы предлагаем компенсацию процентной ставки за счет бюджета Минсельхоза, без, скажем так, дополнительных каких-то денежных средств от Минфина, скажем так, уже 2,7% годовых, а если детей более трех, то мы предлагаем процентную ставку 2,5% годовых. Нехватка кадров на селе давно волнует Минсельхоз. В связи с этим на базе аграрного университета вводится новая система обучения будущих фермеров, желающих получить грант «Агростартап». Это 14-дневный модуль образования для тех людей, которые не связаны никаким образом были ранее с сельским хозяйством. За 14 дней во время университета полностью с пансионом проживания и питания, а опять же, определенной досуговой программы культурной, пройдет образовательный модуль, где их обучат всему, что касается именно, как связано с сельским хозяйством, для получения гранта и поддержки. Также будет изменен порядок по выделению грантов. Гранты мы, как выдаем, вы знаете, по бальной системе, кто более больше баллов набрался, то есть кто-то имеет возможность, соответственно, получить данный грант, поэтому мы вносим изменения в порядок. Например, во-первых, ежели ты в браке, то балл будет выше. Ежели, соответственно, дети, трое детей, допустим, опять же, балл будет выше, то бишь, и чем больше детей, соответственно, то есть многодетные, тем балл, соответственно, будет выше. Подобную инициативу профильного министра поддержала общественность. Безусловно, это, конечно, поддержка, грантовая поддержка молодых фермеров, которая, я тоже в комиссии участвую, в комиссии сельского хозяйства, которая распределяет и помогает семьям именно в получении грантовой поддержки. И то, что прибавляются баллы за то, что семья состоит в браке, это очень важно. И дополнительные баллы за то, что в семье есть дети, вот это очень важно. То есть это опять-таки даже сельское хозяйство ориентирует молодых людей на семью. Все озвученные выше инициативы также обсуждались на Совете Министерства и Аграрного университета. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Улправда ТВ.